Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал «Сельская жизнь», и мы вышли погулять. Сегодня такой ясный день. Вот Вика у нас там что-то сооружает, какую-то крепость. Ой, ну ничего не поняла. Мегафорт какой-то. Это вот наш огород. Тут вот теплица. Сейчас вот я вам покажу. Вот там вот у нас, вот вдалеке, сетка огорожена. Там летний загон у нас для бройлеров. Намело столько снега. Сейчас я вам еще покажу. Вот здесь вот у нас новый сарай. Вот. Это у нас совершенно новый. Сейчас мы туда зайдем. Миша там наш гавкает. Вот мы зашли в наш новый сарай. Здесь у нас вот такой загончик. Мы уже тут сено приготовили. Сюда мы хотим маленьких цыпляток. Окошечко. Там вытяжка. Мы ее заткнули пока на зиму. Отапливается он у нас. Так, сейчас вот покажу, сколько градусов. Так, сколько тут видно? 17 градусов. Отапливается он у нас вот от такого конвектора. Здесь полностью автоматические настройки. Называется он Ресанта. 17 градусов. Когда посадим сюда цыпляток, вот которые у нас вылупились, здесь добавим и будет побольше. Сделаем градусов 24-25. Так, ну все, пойдемте на улицу. Вот раздолье. Привет! Снега намело. В этом году будь здоров. А здесь вот у нас наши куреши. Сейчас зайдем, посмотрим их. Вот уже смотрите, как выросли. Я вам показывала цыпляток маленьких. Сейчас им уже... Сейчас отойду. Уже 3 месяца, которые большие. И тем уже 2 месяца. Вот они сидят тут у нас в гнездышко. Ну, что вы испугались-то, не бойтесь. Испугались. Вон они ходят. Все слопали, кормушка пустая. Вон они, красавцы мои. А там большие куреши. Вот Петенька. Петюня, покукарекай нам. Курочки там возмущаются. Тишина такая у вас тут стала в сарае. Тишина. Кто нарушил наш покой? Вот такие вот. О, вы что, Мишу отпустили уже? Да. А? Миша скалолаз. Ты охотничья собака, что ли? Что ты там роешь? Вот тут вот у нас оригинально украшена будка для Миши. Видите, будка для Мишеньки. Норка его, подписанное место. Раздолье собаки. Бегай по сугробам. Где-то дятел стучит. Все собаки поднялись. Посмотрите, какая у нас красота. Вокруг сосны. Лес такой.
красивый. У нас даже во дворе много сосен. И там уже дома. О, красотень. Миша там все сугробы собрал. Елочка. После Нового года стоит. Вот еще такой засохший уже одноглазный снеговик. Это я его любила, когда было тепло. Это еще перед Новым годом. Да. Ну, вот он такой уже весь. Это Алафина. Уже без ногтей. Ну, ты ей воткни. Все. Вот такая Алафина. Вот, одноглазая красавица. Пришел. Тихо. О, пошел куда. Ох, молодец, Миша, молодец. Скалолаз. Миша. Миша. Виктория у нас что-то тут лепит. Тут лепки нет. Ну, скоро будет уже не лепки. О, какой соорудила куличик. Пошла строить башню. Который должен походить на порт. Но только снег не лепкий, и я не могу его сделать. На Форт Боярд? Да. Форт Боярд? Как на гриби чашка. А тут у меня репки. О, Мишаня, привет. Мишаня, привет. Хочешь пироженку? А, хочу еще лепки. Ну, ты чашкой гребни. Зачем ты руками-то? А мне надо проверять, лепки, а мне нельзя. Миша, что ты там царапаешь? Какахи от курей. Я так тут снимаю. Ну вот мы и нагулялись. Давай, Вика, отряхайся. И будем заходить домой. Всем пока. С вами был канал «Сельская жизнь». До новых встреч. Пока.